для начала нашего разговора в расширенном составе. Президентом Корея наш разговор, первый разговор в узком составе, обменялись нашими впечатлениями от и рассчитываю, что в ходе этого разговора в расширенном составе мы сможем обсудить и Bruce. La verdad es que esto es tan hermoso que no dan ganas de trabajar, sino ponerse a admirar, ponerse a aprender. En todos estos aspectos, en todos estos proyectos estratégicos, Rusia. Подписан контракт на поставку двух российских вертолетов. Это, конечно, пока немного, но, во всяком случае, это начало нашего взаимодействия в этой сфере. Я считаю, что здесь у наших отношений тоже есть свои перспективы. Иван Михайлович Каменских, для партии Руса, и министру для электриседа... Россия, я сказал об этом господину президенту, приняла для себя решение максимально активно работать с Южной Америкой, с нашими близкими партнерами там, и вот сегодня проходит визит одного из наших партнеров, президента Эквадора. Поэтому все наши контакты по внешнеполитической линии, они будут развиваться по предсказуемому, прогнозируемому сценарию. Дамы и господа, представители средств массовой информации. Lo encerrada que ha estado América Latina, lo encerrado que ha estado Ecuador, mirando siempre tan solo en una dirección. Es necesario ver en estos momentos, esa es la decisión de nuestro gobierno, ver en múltiples direcciones y sobre todo ver esos países amigos que comparten con nosotros esa visión de un mundo multipolar, de la democratización de las instituciones internacionales. No renovables, Germánico Pinto de la parte ecuatoriana firma.